Всем привет, 23 мая 2024 года, Витязева по четвергам, по улице Лиманной, работает рынок Привоз. Вот проходите ДК, местный ДК, Дом культуры, Вечный огонь, надпись «Я люблю Витязева» и прямиком к Привозу. Видите, все Витязева. И отдыхающие все идут на Привоз в это время с утра до обеда работаем. Дома 11. Вот у нас начинается Привоз. Начинается с цветов. Об дерево головой ударился. Вот так. Так, Привозик. Если не желтый, разобью. Вот. Вот так он здесь выглядит, Привоз. Молочная продукция по 200 рублей молочко. Хлебокомбинат, булочки, хлеб на закваске. Сладости, зелень, все тут есть. Мясо, колбасы. Помидорчики 180, 260. На 340 рублей. Такая аппетитная клубника. Всего 380 рублей. С Турции, да? Местная хотите сказать? Да ладно, какая местная уже. Местной уже нету. Клубники. Идите, попробуйте, вон, посмотрите на нее. Местная. Давайте. Пойдемте небольшую. Нет, небольшую я не знаю. Это Турция, вы ставите. Вот смотрите, какая она некрасивая. Попробуйте. Вот она сладкая-сладкая, попробуйте. Давайте попробуем. Слушай, правда сладкая, давайте-ка я возьму лоточек. Горох 400, помидорки 80, идет свежая морковочка, картошечка свеженькая, черешня 300, 380, клубничка, помидорчики вкусные за 170, посмотрите. Брюховецкие деликатесы, капуста 40, свекла 80, вот такие ценнички. Картошка свежая, сыры, молочная продукция, яблоки 80, картошка, а вот морковка 65, капуста 60, свекла 75, вот такие ценнички. Кабачки 60, баклажаны 180, 40, вот так, примерно вот такие ценнички. Такие огурцы ракета за 75, посмотрите, сейчас опробуем, будут отделяться ступени, нет, после их употребления. Яблочки по 85, по соточке. Помидорчики 180. Ну и общую картину снял. 70 огурцы, кабачки 80, медик. Ну и вот еще идет. Все помидоры по 170. Мед свежачка. 350-130 помидоры. Ну и здесь уже на окраине, вот видите, саженцами торгуют. Цветами, вещами. Вот такой Привоз Витязева по четвергам. Вот здесь вкусная сметанка. Что здесь вкусная сметанка, да? Все. Чики-пчики. 350. Ну вот я кое-чем отоварился. На Привозе еще пакетик есть. Все необходимое можно здесь купить. Так, ну что, вот я иду с Привоза. Хороший выбор всего здесь. Сейчас он раньше был победней. Сейчас все можно купить. Так что в сезон, если хотите не на Черноморке, в палаточках покупать, то
вот на привоз, это Лиманная, за Домом культуры. Вот Дом культуры, и за ним сразу привоз ставим. Лайки, подписываемся на канал, дальше будет больше, интереснее. Всем пока-пока, чао!